Собаки объединяют людей. Благотворительная вечеринка, устроенная владельцами Джек Расселов, в третий раз состоялась в Караганде. Подробности в репортаже. Готовиться к новому празднику эти неугомонные люди начинают, едва завершив предыдущий. Поэтому док-пати, как называют его организаторы, набирает обороты и становится уже традиционным и ожидаемым событием для горожан. Сюда приходят семьями, с питомцами и без. Послушать музыку, повеселиться, встретиться с друзьями, купить на ярмарке сувениры и, разумеется, помочь животным, которые оказались без дома по чьей-то злой воле. Мы здесь уже третий раз устраиваем в нашем городе такое мероприятие, как док-пати. Чему посвящено данное мероприятие? Ну, в первую очередь, это семейные ценности, это возрождение традиций, провести воскресенье с семьей, с детьми, взять с собой при этом своих питомцев, повеселиться, поучаствовать в конкурсах. Также мы своим мероприятием хотим привлечь внимание к проблеме бездомных животных, проблеме помощи приютов, потому что приюты существуют только за счет волонтерских средств. Поэтому все, что вы приобретаете на ярмарке, часть средств идет в приюты нашего города. Жизнь кипит вокруг столов с добротоварами, выручка от продажи которых пойдет в помощь приютам нашего города. Лакомства, игрушки, выпечка, амуниция. Найти себе что-нибудь по душе здесь сможет себе каждый. Мы представляем сегодня наши сувениры, наши вкусняшки, все, что необходимо для собачек, для нас. Все собранные средства пойдут в наш реабилитационный центр на лекарства, на питание, на вкусняшки. Мероприятие носит не только развлекательный характер. Интерес к нему растет еще и потому, что здесь можно убедиться, каким мирным и радостным может быть наше соседство с животными, если делать все правильно. Воспитанные дружелюбные собаки, породистые и беспородные, титулованные и взятые из приюта – это естественная часть как этого праздника, так и человеческой жизни в целом. Это особенно заметно при взгляде на детей, которые пришли на праздник со своими питомцами. Такой нежной дружбы и понимания, как между ними, вы больше нигде не найдете. С каждым разом людей все больше и больше становится, с каждым разом у нас есть какие-то спонсоры, которые хотят как-то угостить детей, угостить собачек, порадовать всех своими призами. Людей все больше и больше, люди очень рады этому, потому что такое внимание уделяется друзьям нашим меньшим, что очень это радует. Часть гостей на вечеринке впервые, но те, кто побывал однажды, захотят вернуться сюда снова и снова. Для нас такой большой сюрприз, что люди охотно приходят на такие мероприятия. Я думаю, что мы теперь будем частыми гостями тоже на таких вечеринках. Рассказать о серьезной проблеме можно по-разному. Джеки делают это в присущем им духе. Весело, энергично, собирая друзей и единомышленников, угощая, развлекая и приглашая стать частью большой, неравнодушной семьи, где рады каждому. Мы несем эту энергию дальше. Мы хотим, чтобы это было по всему Казахстану, чтобы люди собирались каждое воскресенье со своими семьями, с детьми, с собаками, чтобы классно проводили время, веселились, чтобы обращали внимание на проблемы приютов, чтобы... Просто чтобы были вместе.